Итак, всем привет, с вами, как обычно, Илья Медведский. Я продолжаю проходить игру «Тачки нового сезона», это же часть третья. Мы будем продолжать играть. Заработайте все 7 наклеек, это 150 значков с молниями, чтобы пройти игру. Итак, у нас сейчас будет гонка у кафе Фло. Так, начнем. Привет. Ну, очки тоже соберем как бонус. Так. Итак, в Radiator Springs нужно пройти 3 гонки. Дорожная гонка, заповедник Филмора. Итак, начнем играть. Для быстрых поворотов используйте разворот под углом. Выполняйте за нож, чтобы лучше вписываться в поворот. Итак, информация о наградах. Первое место 5 значков, второе 3 значка, третье место 2. Нужно выиграть 25 значков, чтобы поучаствовать в гонке на стадионе. Вот, и так, продолжаем дальше. Конечно, есть короткие пути, которые можно сверху, например, там срезать путь, ну, сократить. Есть такие, да, с этим, дороги секретные, которые надо знать, чтобы сократить путь. Ну, в гонке, как обычно, 3 круга. Ничего нового нету. Ну, пока что будем гонки проходить, а уже потом, может, позже чуть будем мини-игры проходить. Но это уже, возможно, чуть позже. Так. Ух ты! Разок за фанатов! Лидер круга и 3000 очков за это дают. Докладываю о повреждении. Вроде я тебя уже обгонял. Ха-ха-ха!
Вот это я люблю. Заботишься о своей репутации. Итак, Муни Маккей на первом месте. Так, мы выиграли 5 очков, конечно. Итак, отправляйтесь на север здания суда. Там проводится еще одна гонка. Но это ждите в следующей серии. Так, продолжаем, сохраняем все. Так. Итак, с вами был Илья Медведский. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и ждите следующую серию. До скорой встречи.